Приветствую всех подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня 20 октября 2017 года. Смонтирована теплица арочная 2,5 м. Сваленная теплица с профильной трубы 20 на 20, стенка 1,5 мм трубы. Полимерно-порошковый окрас светло-серого цвета, поликарбонат 4 мм премиум карбоглаз 0,8 плотности, 20 лет на него гарантия. Фундамент брус 150 на 150, ну, фундамент делал клиент сам, пропитал, что-то типа отработки масла. С обоих торцов теплицы разрезная дверь-форточка с крючочком. Нужно отдельно дверь, форточку открыть, там на крючочек зацепить. Теплица разборная, сделана с двух частей, то есть торцы и арки скручены на 8-й болт. Укосины для более жесткости. Все красиво, симпатично. Заказывайте теплицу у нас. Итак, смонтирована теплица арочная 2,5 м, и отзыв клиента о данной теплице. А откуда вы узнали о нашей компании? Ну, во-первых, нигде не найти нестандартных. У себя искал, везде искал, в интернете начал искать. А у вас делают, а мне нужно было 2,5 и на 5. И как раз у вас это удовольствие получилось. Вот. Все мне нравится. Быстро, удобно сделано. Будем надеяться, что будут большие урожаи. А что планируете вырастить? Ну, жена хочет здесь рассаду садить пока. А потом видно будет что. Ну все, спасибо. Вам спасибо. Спасибо, Уральская усадьба. Усадьба Уральская. Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет. Сегодня у нас 22 октября 2017 года. Построили теплицу арочная, шириной 2,5, длиной 4 метра. С одного торца у теплицы установлена разрезная дверь-форточка. С другого торца просто форточка. Форточка и дверь в открытом состоянии фиксируются крючками. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20 на 20. Сверху приварен усилитель. Также для большей жесткости установлен диагональный укосины. Сама конструкция стоит на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком и закреплен к земле с помощью колышков. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Торцы у поликарбоната защищены торцевым профилем по длине теплицы. Вот на этом все. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии. Всем пока!